О, ой, ты какая няшка. Это не древоточки, это просто уже кучку. О, какой жучара. Он древоточится большие. Нет, уши, да, у него уши. Ой, усы. А еще они двухцветные. А ну-ка, прости поползать. Как съел называться? Ну-ка, мой кот, это такие энтомологи, такие еще энтомологи-то. Ему по тебе нравится ползать, видишь, ты такой приятный. Ой, нет, я боюсь, забери его. Забери его зимнее, я боюсь. Да не убей его, аккуратно. Где? Ты маленький. А он не кусается? Да, вроде нет, но меня не укусил. Эй, нежность. Меня не укусил. У него кусалки нету такой? Есть. Есть, наверное. Вдруг он... Есть у него. Видишь, он его заполз. Видимо, людей вообще не грызет. Она же кусалка, не яду впускал. Ну, видишь, он просто ползает. Короче, его... Ну, он летает, интересно. Эй, тетя, все, нежность. По крайней мере... А, он не летает, видимо. Так, я бы его выкинул подальше, потому что здесь я его раздобью. Ну да, убери его где-нибудь. Тучи ходят по небу. Тучи ходят. Ну да, обещали на 7 часов грызу. Быть не должно. Ну обещали, ну пусть обещали. Они все время. Кажется, вот дальние районы там поливают. Он закапывается? О, сними это, на. Все, я его уже не вижу. Все, закопался. Он вот здесь где-то, поэтому я сюда не буду садиться. Ну, он может куда-нибудь. Вот. Что, там он? Под листик. Конечно. Закопался. Закопался. Замучил. Да. Ну да, какие-то тучи. Да, скорее всего, что-то будет скоро. На границе тучи ходят хмуро. Ну и ладно. Ну будет и будет. У меня зонтик есть. О, кто-то купается, товарищ. Да. Плавающие люди. Плавающие люди? Да. Вид людей такой. Это, в смысле, такая ассоциация, что обычно... Плавает говно и люди. А, вон он там, они плавают. Воды ходят. Серые. Ну, вода тут грязновато. Типа не рисуют, а пишут. Не плавают, а ходят. А, ходят, да. Да, то есть художники не рисуют, художники пишут. И моряки не плавают, они ходят. А, да, а да, плавают да. Только говно. И люди плавают. Да, снимаешь, да. Наверное, да? Да, я снимаю. Но они очень обижаются, когда говоришь, плаваем, да, мы плавим, мы ходим. Плавают только говно. Какая прелесть.